Сейчас запишу урок, продолжение урока. Рисование собачки акварелью. У нас уже есть фон под малевочек маленький. И мы начнем конкретно собачкой заниматься. Для этого нам нужны определенные цвета. Сейчас мы света побольше дадим, чтобы было все видно хорошо. Вот так. И составляем палитру нашу. Продолжаем. Берем темные цвета. Светлые у нас уже есть. Берем потемнее. И накладываем на те нужные места, которые нам нужно затемнить. Здесь более розовый цвет. Добавляем рубина немножко. Здесь розовый. Буквально немножко разводим с коричневым, чтобы не было полосатости. Края размываем. Вот так. Создаем теперь язычок. Язычок у нас светленький. В нем присутствует и фиолетовый, и алый. Ну, сначала светлым пройдемся. Здесь у нас внутри тоже под язычком. Розовая. Больше розового нет. Салфетка должна быть все время рядышком. Полосатости не должно быть. Добавляем к язычку оттенки. Синевый немножко, чтобы создать фиолетоватый такой оттеночек вот здесь. Так. Или больше снова. Коричневый, растягиваем бороздочку. Тут чернота пойдет, это попозже.
Глазки. Глазки немножечко здесь розоватые. Мы их делаем чуть такими светло-коричневыми. Тоже пусть высохнет. Густой красочкой сделаем пока что концом кисти. Сделаем складочки. Там, где сухие места. Где высохло, можно уже проходиться кончиком кисточки более густой краской. Находить эти красивые складки. Случайно черный взялся. Фиолетовый с коричневым, синим получается более темный цвет. Вместо черного его использовать пока что. Он получается как черный. Темно-коричневым, синевой, то есть фиолетовый зной, смешиваем темно-коричневый, делаем глазки. Пока что без зрачка. Продолжаем делать складочки. Там, где нам не нужно ярких пятен, мы их размываем. И складки более мягкие. Размываем сразу же, чтобы оставался лишь контур немножко коричневый. Здесь потемнее будет. Коричневый, фиолетовый. На палитре смешиваем коричневый с фиолетовым. И ищем в этих местах, вот возле глазика, делаем темные линии. Темные линии. Смягчаем. Частично выбираем там, где нам надо выбрать. Собачка белая, но есть у нее
более темные светлые места, которые мы показываем очень жидкой краской. Здесь должен быть синевой. Добавляем голубого, делаем грязьку, делаем такую вот голубизну, холодные тени. И здесь тоже. Но эта серость, вот эта, должна быть светлее, чем вот эта. Значит, тут надо подтемнить, еще больше сделать синевы с коричневым. И такую создать грязьку, как на фото. Пока что не получилось темного. Вот здесь светлое должно быть над носиком. Будем потом еще возвращаться к этому месту. Здесь слегка тоже сделаем темное, но не очень. Просто немного затемним. Далее, шерсть. Здесь желтизна пойдет у нас уже. Такая примерно, как здесь. Желтизна будем подбирать. Смешиваем с разными каплями красочными, которые уже есть. Подбираем. Вот это у нас будет здесь желтизна. Вот здесь более темная желтизна должна быть. Подбираем более темную, делаем, подмешивая сюда фиолетовый или еще какой-то цвет. Красненькую, может быть, даже немножко добавим. Мазочки такие добавляем вокруг глазика. Здесь тоже, тут не видно, здесь видно. Вот так ограничиваем. Здесь потемнее, складочка темная. Добавляем на кисть имеющихся уже темных красок. Еще потом добавим здесь, когда подсохнет немножечко. Приступаем к этому серому месту. Подбираем сероватые, грязноватые цвета и повторяем там, где у нас уже было. А еще немножко повторяем, не до конца, а только самые темные места. Где он лапку поднимает, вот так закруглили. Вот тут в складке. Добавили мягкости. Вот здесь, под складкой. Пока что этот этап доделываем, а потом продолжим.